Привет, Бажена. Привет, Тима. Ты чего такая грустная сегодня? Мне кажется, я простыла. У меня скоро соревнование, так не хочется болеть. Слушай, я, кажется, знаю, как тебе помочь. Как же? Ты знаешь волшебного доктора? Нет, лучше. Мы сейчас пойдем в пещеру. В пещеру? Ты уверен? Там холодно и сыро, и это моей простуде не поможет. Бажен, это почти волшебная пещера, потому что она соляная. Я слышала, что там очень полезно проводить время для здоровья. Так чего же мы ждем? Побежали скорее! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Рада вас приветствовать в соляной пещере Солодкина. Это для тебя, Бажена. Это для тебя, Тимур. Одевайтесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Пойдемте, ребята, я вас проведу в пещеру. Ух ты, что это? Это соляной гриб, вырезанный из цельного куска соли. Это такой соляной светильник, который отпугивает болезнетворные бактерии, вирусы, для того, чтобы вы реже болели и могли хорошо спать и видеть хорошие сны. Ребята, чудеса продолжаются. Пойдемте со мной. Проходите, пожалуйста. Ух ты, это что, все из соли? Да, Бажена, ты совершенно права. Интересно, а бывают сахарные пещеры? Очень интересный вопрос, Тимур. Дело в том, что сахарных пещер не бывает, разве что в сказках. Поскольку сахар не обладает такими полезными свойствами, как соль. Соль, она оздоравливает, она излечивает, а сахар, к сожалению, только портит зубы. Ребята, наверное, по названию вы уже догадались, что соль здесь волшебная. Она из Солодкина, что, в общем-то, и говорит о том, что это соляная пещера Солодкина. Благодаря этой соли мы можем, подышав, реже болеть. У нас будет реже кашель, реже насморк. Таким образом, вы чаще будете попадать и в школу, и сможете пообщаться с вашими друзьями, сможете попасть на соревнования, в частности, ты, Бажена. А чем еще здесь можно заняться? Бажена, в отличие от обычных пещер, здесь есть телевизор, где можно посмотреть любимые мультфильмы. А еще поиграть в песочнице. Но песочница не обычная, не из песка, а из соли. Что, в общем-то, гораздо более полезно для здоровья. И, кстати, у меня скоро день рождения. А можно мое день рождения провести здесь? Конечно, Тимур. Мы будем рады тебя видеть в твой день рождения. Будет сладкий стол. Мы организуем разнообразные мастер-классы. Проводится анимация. Посещение соляной пещеры тоже запланировано. Но и по секрету я тебе скажу, что мы научим тебя делать поделки из соли, которые ты и твои друзья сможете забрать себе домой. Тимур, мне действительно прошел насморк. Я уверен, если ты придешь сюда еще, то точно победишь в своих соревнованиях. Обязательно приду. Спасибо, Солодкин, за такую замечательную и необычную экскурсию.